Вам приходилось сталкиваться со сложными ситуациями в жизни? Приходилось, именно. Какими, например? Да ты ведь по уши в дерьме. Вовсе нет. Я знала, что от тебя одни заморочки, но не знала, что настолько. Иди отсюда. У вас есть вакансии? Хотите на полную ставку? Вообще-то нет. Это хорошее место. Не хотелось бы, чтобы мои труды пропадали даром. Место хорошее, но работа временная. Ясно. Вы не узнали? Это же Эми Уайнхаус. У вас есть опыт работы с детьми? Обожаю детей. Ты курила травку? Нет. С чего ты взяла? Соседи жалуются. У вас тут что, кот? А то. Много котов. Я их откармливаю, а потом готовлю и употребляю с яблочным соусом. Очень вкусно. Ты свободна? Это же так круто. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Дикую обезьянку. Так ты продавщица или студентка? Я уже запуталась. Все готово! Вы молоды, полны энергии, это самое главное. Молодая — это как посмотреть. Мне 31, это почти 40. Ну а в 40 пора браться за ум.